некоторые люди, заходя на мой канал, не понимают, где оказались. Это канал не столько о здоровом образе жизни, сколько обо мне самом и чем я занимаюсь. Так как я много времени уделяю здоровому образу жизни, то, естественно, здесь имеются соответствующие плейлисты и уделяется много времени этому. Но не только этому. Поэтому здесь имеются различные рубрики, которые отражают так или иначе мою личность. Каждый человек многогранен. Поэтому имеются разные направления. Просто некоторые грани более выражены. То есть у человека там какое-нибудь занятие, увлечение, профессия и так далее. Вот. Эту передачу, видосик, я сейчас их стал называть так, я посвящу витилиго. Это такие пятна, белые пятна, обесцвеченная кожа. Нет пигмента, вроде бы кожа такая же нормальная, а пигмента нету. Так, я сам страдаю от этого заболевания. Вроде бы говорят, вернее, можно так выразиться, что есть разного рода заболевания. Вот действительно, есть те, которые выражаются болями. Это нам привычное заболевание. Боль, все, человек, значит, болен так или иначе там. Есть заболевания, выражающиеся какими-то страданиями. Человек страдает, но по-иному. То есть это уже страдания и боли такого психологического характера, нравственного характера, переживания, эмоции. Это другой уровень. И есть, наконец-таки, такие заболевания, вот типа витилиго, которые просто-напросто витилиго, алопеция там, ну и примерно ряд подобных состояний. Вроде бы ничего не болит, но в то же время у человека нету волос на голове, либо же обесцвеченные белые пятна. А вроде так он ничего не испытывает. И вот эти вот, конечно, уже внешние какие-то ненормальности, они сказываются на человеке, на его поведении, на его психике. Как-то что такое, в пятнах там весь, ну как-то это уже делает его зажатым, ну и так далее. Таким образом, если рассматривать весь спектр, вот тут надо сказать, не болезни, а поражение человека, он огромен. От буквально-таки граничащих со здоровьем, ну и, естественно, со смертельным состоянием. То есть огромное вот это вот. Ну и давайте я, вернее, рассуждаю
так как я заболел, еще разок напомню. Заболел 8 лет. Это мне было. Я попадаю под машину. То есть ребенком стал перебегать автобус, стоящий на остановке. Не сзади, как положено, так как никто не научил, а спереди. Думаю, сейчас я как ломанусь быстренько. Я даже не удосужился, дитё малое, неразумно, выглянуть из-за автобуса и посмотреть, а не обгоняет ли его кто-либо. Не, я сразу как угорелый помчался, а тут его как раз обгоняло, вернее, объезжала военная машина. Такой, знаете, газик. Типа патриота. Ну и он меня сбивает. Просто я получил ушибы. Ушиб там коленки в основном. Ну и вот как-то это меня перетряхнуло. Эта картина, конечно, запечатлелась там. Залазящий в автобус или входящий, будем говорить, в заднюю дверь как-то там. Отец, люди, остановка. То есть как бы время остановилось, вот этот момент запечатлелся, и я вскакиваю и назад на одной ноге скачу. Вот эту больную ногу поджал, значит, что-то ору. То есть было потрясение. Вот тут важно разбираться, что же произошло, что повлияло. Одна боль, вроде бы ее маловато. А вот именно потрясение, вот это вот эмоциональное потрясение, что я потом... Меня привезли в госпиталь на этой военной машине. Ну, там обработали рану, перевязали. Ну, я как-то домой спать поспал. Ну, вот вышел, ну, ничего. Что там, ушибы такие несерьезные, просто вот фактор какой-то неожиданности и потрясение эмоционального сильного. Ага. Полежал все это лето. Бегать туда-сюда. Ну и примерно, наверное, недельки через две, через три. А может быть даже через месяц. Возникли белые пятна. На коленках, на локтях там такие. И, естественно, лечение там всякое. Маманька особенно переживала насчет этого лечения туда-сюда. Покупали дорогое лекарство, я его хорошо помню, Бироксан. Им смазывали пятна. Таблетки принимались внутрь и вдобавок еще шло облучение. Полежал я в кушвин-диспансере. И вроде бы в начале дело пошло. Эти пятна покрылись этими, как бы сказать, пятнышками нормальной кожи. Но потом остановилось и дальше не пошло. Опять вернулась к тому. Ну, вернулась так вернулась, что поделаешь. И уже мне 9 лет было. 9 лет было, и я попадаю к бабушке, которая выливает испух. Вот этот весь разговор я веду к тому, что я хочу для себя уяснить, что же происходит с человеком,
что у него возникают вот такие изменения. И как, где эта причина осталась, где она там, как бы сказать, находится, как она там действует. Ну вот, и почему официальная медицина бессильна и пытается вот это все лечить, даже не понимая, что произошло. Ага, белые пятна, давайте мы их сотрем. Так, небольшое отступление. Нечто подобное произошло с Майклом Джексоном. Чтоб вы знали, Майкл Джексон снимался в рекламе Пепси-Колы, подошел близко к осветительному прибору, и у него вот эта шевелюра, которая была, как у Анджелы Дэвис, такая пышная, круглая, как одуванчик, она вспыхнула. И он в ужасе побежал, голова горит, волос горит. И у него произошло вот нечто подобное, что и со мной. То есть потрясение. Важное слово вот это. Потрясение. Эмоциональное потрясение. Эмоциональное. Не просто тебя потрясли, а вот эмоционально потрясли, так сказать, до глубины. А вот до какой глубины? Сейчас будем думать, рассуждать. И после чего у него, у негра, возникли белые пятна, а тем более он тут еще артист, выступает, и на тебе. Лечить не могут, не знают, но предложили наивному парнишке, а давай мы тебя обесцветим, ты будешь принимать лекарства. Вот эти лекарства попринимаешь, кожа будет белая. Но опять-таки не объяснили, что эти лекарства надо будет принимать всю оставшуюся жизнь. Как только он бросит их принимать, кожа у него опять станет черная и вылезут эти белые пятна. И вот сколько там, 49 лет, когда там это было, лет, наверное, он обесцветился лет в 30, наверное, это можно выяснить. Он попринимал эти, естественно, сильно действующие лекарства, которые, несмотря на то, что он вел здоровый образ жизни, понимаете, вот можно так действительно, как бы сказать, да он же вел здоровый образ жизни. Он там, как они там писали, лазил там на грядках, срывал там растения, питался там очень-очень-очень. Вот, и умер. То есть произошло отравление лекарствами, сильно действующими лекарствами, которые, действие которых направлено на обесцвечивание кожи. И все, нету Майкла. Ну, вернемся ко мне любимому. Вот, все эти лекарства, они сильные. Я их, значит, принимал вот этот Бироксан там. Но у него, по-моему, еще сильнее какие-то лекарства. То есть я принимал лекарства для того, чтобы вернуть пигмент. А он принимал, чтобы его, понимаете, вернуть пигмент на отдельных утраченных частях кожи. А он наоборот, всю кожу обесцветит. То есть, насколько это мощное лекарство. Так вот, у меня возникло малокровие. Чувствую, они как-то влияют. Особенно эти таблетки Бироксана как-то влияют. Вот. Унитающие. То есть, они какие-то ядовитые. Ядовитость это от одного-двух приемов не чувствуется, но когда ты делаешь курс их, то явно ощущаешь, что это что-то там подавляет довольно-таки сильно. То есть мало крови у меня возникло, расстройство психики.
что я говорю, мамка, забирай меня отсюда, пока меня тут не залечили. Ну ладно, тем не менее, мамка нашла бабульку, которая выливает из пух. А до этого, конечно, ее профессоры там были различные. Там, по профессорам они там с умным видом посмотрели. Там, о том, о сём. Говорит, можно, значит, что сделать? Можно его, значит, испугать. И вдруг клин клином выйдет. Либо это пройдет, либо он вообще дурачком станет. Вот такое лекарство. И направились, значит, к бабушке, которая выливает из пух. И вот тут-то очень важно разобраться. Разобраться. Что это за процедура выливания из пуха? Значит, я приходил к бабуле. Она была одна, вся на работе, садился. Она наливала из-под крана в ковшик примерно литра на два воду. Такой глубокий ковшик. И, значит, одновременно ставила сковородку, доставала из-под газовой плитки, в которой был воск. Вот. Добро здоровится. Значит, ставила воск на плитку, то есть сковородочку, чтобы он так растапливался. Ну, делала такой небольшой огонь, чтобы это ничего не горело так. А так растапливалась. И становилась сзади меня или сбоку. Ковшик держала в руке, по-моему, в правой руке. И как раз этот ковшик она держала над макушкой. Даже слегка касаясь макушки, такое было. И начинала шептать молитву, которая длилась минут, наверное, 10-15. Вот тут я не могу точно сказать, потому что тогда это меня особо не интересовало. Но и помню, что это не короткая вещь, не слишком длинная, но тем не менее такая, где-то минут на 10 это уж точно, потому что тут еще ковшик надо держать, и ковшик у нее в этой руке от долгого держания вот так вот, значит, слегка подрагивал, касаясь меня. И вот молитва произносилась шепотом. Она начинала шептать. Так, мы сделали где-то сеанса 3-4. Вот она начинала шептать. Сначала я как-то настороженно относился, а потом отдался этому процессу. Вот этот шепоток. Боже мой, на муж сидел, нарвался. То есть этот шепоток плюс вот эти еще, знаете, ну, в основном, наверное, шепоток вводили меня в такое состояние глубокой релаксации, как сейчас модно говорить. То есть глубокого какого-то расслабления. Причем особого расслабления. Вот это все вводилось. В особого расслабления, что я вот таком находился, в таком полусонном забытье. Что-то тут такое вот гипнотическое было. Вот, мне даже это все понравилось. Мне это все даже понравилось. Вот. После как будто я просыпался после этого сеанса. Дальше что она делала? Она брала со сковороды, вернее, сковородку с расплавленным воском
И прямо над макушкой, вливала в эту воду. Все, процедура окончена, и мы там вдвоем смотрели, что там. Этот воск застывал, принимал какие-то причудливые, значит, какие-то там формы. И вот по этим формам она говорила, что там, ага, там испугала собака, испугала кошка, еще что-то там такое. Ну, такая вот, штука была. И вот проделав серию этих сеансов, где-то 3-4, значит, я ушел. Это мы начали делать. Ага, песик смотрит, что там, как там. Ворона? Да, они ее разбивают, бросают сверху. Вот, это было в начале лета, я к ней походил. А в конце лета, как-то невзначай посмотрел на эти пятна, а они сошли. То есть кое-где осталось там маленькие такие пятнышки. То, что было, практически все сошло. То есть процесс был в стадии схода. Ага. И вот как раз вот в это время мои родители работали в ночные смены, и приходила бабушка. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!